Легенды британского автопрома перешли в индийские руки. Американский автоконцерн Ford подписал окончательное соглашение о продаже брендов Jaguar и Land Rover индийской компании Tata Motors. Переговоры вышли на финишную прямую еще в январе, но сумма сделки оказалась чуть выше, чем писала пресса. Группа Ratana Tata дает почти 1,5 миллиарда евро наличными. Впрочем, в свое время за каждую из этих марок американцы заплатили по 2 с лишним миллиарда нынешних евро. Для Форда приобретение оказалось убыточным. На нового хозяина профсоюза возлагают большие надежды. «Эта сделка означает стабильность и надежду», — говорит лидер Объединенного профсоюза Великобритании Дэш Куин. «Мы подписали договор, гарантирующий, что не будет закрытия фабрик, сокращения рабочих мест, что будут выплачиваться пенсии рабочим. Похоже, все возвращается в нормальное русло». Покупатель пообещал, что производство знаменитых автомобилей класса люкс останется на британской земле. Для экономики страны это вопрос не последней важности. На 3 заводах Jaguar и 2 предприятиях Land Rover работают в общей сложности 19 тысяч человек. Tata Motors становится компанией мирового уровня. Под ее крышей собраны и машины класса люкс, и самая дешевая в мире малолитражка Nano за 1600 евро.